Привет, друзья, подписчики мои! Ну что ж, сегодня я покажу вам вот такие вот крутые киндер, друзья мои, сюрпризы. Сюрпризы-киндеры, которые я купил в Икее по 69 рублей. Они как бы ретро. То есть сейчас я объясню, в чем фишка. Сейчас я опущу камеру. И, друзья, кто видел, как я делаю новый фон, посмотрите на основном канале, там есть видосик про новый фон. Так, сейчас я сделаю немножко вот так. Ну и вот они, малыши. Малыши-киндерыши. В чем суть сегодняшнего видеоролика? Потому что раньше, когда, ну, в киндерах были разные серии всегда, но раньше они были именно вот такие. Именно простые, без логотипов, без всего, то есть просто киндер-сюрприз. Причем, вот, по-моему, это было тоже на английском или нет, или в общем, ну, в общем, короче, это прям старые-старые киндеры. Конечно, они новые, они перезапуск, но вот именно раньше, в 90-х, 2000-х, именно тогда, сейчас, секунду, опа, тут какая-то штука непонятная, вот. Именно в то время были вот такие простецкие киндеры, то есть мне вот они лично больше нравились. То есть это был реальный сюрприз, ты не знал, что там, но там были реально крутые игрушки. Сейчас, конечно, там игрушки слабоваты, но все же, что имеем, то имеем. По крайней мере, мы теперь имеем Kinder Joy, а раньше Kinder Joy не было. И по ценам тоже можно там выбирать, где-то 100 рублей, где-то 50 рублей, где-то еще там сколько-то. Ладно, поехали. Начнем с первого киндера, вот такой он красивый Kinder Surprise. Вот, если бы открывался по старинке, было бы круче, но открывается он по-современному, поэтому давайте посмотрим. Там что? А, судя по всему, я думаю, тут будут не коллекционки, а просто вот такие вот яички. А давайте мы сейчас все откроем сразу, посмотрим. Вдруг какая-нибудь коллекционка залетит. А, нет, наверное, все-таки нет. Ну да, это классика. Но надеюсь, что в ней будут хорошие фигурки, а не пазлы. Ну да, все обычные, понятное дело. Вот, так, окей. Давайте рассмотрим, начнем, наверное, с первого киндера. Так, и что у нас здесь такое происходит? Кто это? Что это? А, друзья, это вот то, что я особо не люблю. Ну, не люблю, не при... как сказать, не принимаю. Ну, вот кисточка, ну, вот мишка, ну, вот у вас кончится кисточка. Ну, что дальше? Вот такая вот здесь идет кисточка, смотрите. Это форма для кисти. И вот такой вот прикольный мишка идет. Мишка Гамми. У него какая-то тучка на пузике, не знаю, к чему бы это. Возможно, он очень грустный. А его можно поставить как-то на эту штуку, интересно. Ну, как-то он стоит, но весьма такое. Давайте посмотрим еще инструкцию к этому медведу. Да, вот такие, смотрите, один с радужкой, а другой с солнышком, третий с тучкой, четвертый с сердечком. Ну, вот сердечком было прикольно. Вообще было бы круто, если бы, знаете, как было, вот реально киндеры. Ну, в чем сложно? Смотрите, я расскажу мега-тему. Четыре мишки, без красок, без всякой этой ерунды, но просто они были бы бархатными. Вот это была бы крутая коллекция. Интересно, здесь будет тоже мишки или какая-то другая коллекция? Хотелось бы, конечно, другую коллекцию. Так, сейчас. Ого, ого, мои мечты сбываются. Вау, 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 вау. Друзья, вот это очень круто. Эта коллекция называется Sprinty. Она выглядит вот так. Sprinty. Это какие-то летающие мотоциклы. Причем странно, вот у этих нарисованы крылья, а у этих двух нет. Но это вроде у меня желтый, он как бы тоже с крыльями. Ладно, зацените, ребята. Какой прикольный, какой-то костлявый мотоцикл. Так, как нам поставить крылья ему правильно, чтобы нам нигде не напортачить? А я думаю, тут все просто. А, нет, подождите, не просто. Сейчас. Ну, блин, инструкция, что ли, нужна, непонятно. А, нет, не пойму, как они сделаны так. Ну, вот так же я все правильно сделаю. Сейчас, сейчас, сейчас я вставлю. Есть. Есть. Нужно было просто посильнее. Ладно. Во! Вот, вот такой прикольный чувак. Мне он нравится, а у него колесики... А я не пойму, он тут просто так нарисовано, как будто его прям надо... Как-то, я не знаю, толкать. Ну, видимо, просто вот так. То есть, вот он. То есть, вот такая вот история. Но прикольный, прикольный чувак. Тоже что-то необычное из Kinder Surprise. И последняя яичко на сегодня. А, тут, о, смотрите, все разные. Ну, как бы не то чтобы разные, даже разные серии. То есть, вот прикольно. Игрушка, конечно, так себе, но фишка в том, что все из разных серий. Круто. Так, это у нас что за серия? Какие-то... А, тоже спринт, но другие какие-то гоночные машинки. Так, получается... Ну, вот это уже какая-то фигня, если честно. Я не особо понимаю, в чем суть. Ну, вот, в общем, две вот такие вот точилы. И что они делают, я не понимаю. Просто две тачки. Две... А, знаете, похоже на тачки из «Детей шпионов».
Я понял, смотрите, друзья, в чем фишечка, сейчас я вам расскажу. Подожди, там какие-то красные... А я наклеек не видел, не было, наклеек не было, но там как будто какие-то красные эти нарисованы логотипы, но их вот нет, видите? Или это так просто такие дырки? Или были где-то наклейки? Нет, я наклеек не видел, друзья, не мог их выкинуть. Странно, подождите. Так. Там прям нарисованы как будто наклейки. Это не наклейки. Ладно, в общем, эта штука разбирается. Это прикольная фишка, кстати. И можно вот эту штуку одеть. Во, вот это прикол. Вот это уже интересно. Казалось бы, да, фигня фигней с первого взгляда. А сейчас я такой думаю, ничего себе. То как-то криповенько это все держится, если честно. А как это вообще было? Они как бы сверху одеваются. О, как. Ах ты. Сейчас я вам, короче, до конца. Вот. Ну вот это уже посолиднее, но все равно. Мне понравился дракон, потому что он сделан более из какого-то качественного пластика, что ли. А так в целом прикольно. Это точно машинка прямо из Детей Шпионов. Крутая. Вот такой был сегодня, друзья, ролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, зайдите, друзья, нажимайте на колокольчик, пишите в комментариях, что мне распаковать для вас еще. И всем удачи, всем пока.